Ульяновск засиял разноцветными огнями. В областном центре начали подготовку к новогодним праздникам. Мерцающие огни, яркие инсталляции, световые фигуры, словно все вокруг говорит о приближающихся праздниках. Разглядеть красоту можно в темное время суток. В первый день зимы на Соборной возвели главную елку города. Зеленая красавица в этом году полностью сменила имидж. Изменится и оформление площади. Каток перенесут на сторону эспланады, оформят его световыми гирляндами. Также в районах города будет установлено более 16 километров новых гирлянд клип-лайт, заменят световые кронштейны на опорах электроосвещения, установят лавочки на центральных местах проведения мероприятий. По-новому заиграют и центральные улицы города, появятся новые фигуры, праздничные фонари и гирлянды. Посмотрите, какие красивые елочки у Ленинского районного центра, какие красивые афиши, новогодние сказки с оркестром. Прекрасно. Снежок закружился, и уже вот тем более убранство такое яркое, елочки, и появляется хорошее настроение. Работы по украшению города практически завершены. Для полной картины праздника не хватает только снега. А вот какой будет зима в регионе, покажет время.